Юрий Борисов со ссылкой на РСН сообщил, что в нашей области появился колхоз имени Владимира Путина. Сельскохозяйственный производственный кооператив прописался в поселке Гигант Ковровского района. Как пишут идеологи СПК, кооператив создан для возрождения сельского хозяйства, фермерской культуры и исконно русских традиций. Политический аналитик Кирилл Николенко сообщил о том, что в Рио губернатора Светлана Орлова получила отличную оценку в кремлевском рейтинге губернаторов. Пользователи Твиттера сообщают и о том, что в нашем регионе суд запретил книгу экс-полковника Квачкова «Главная специальная операция впереди». По заключению специалистов, текст издания направлен на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Отмечу, что Квачков намеревался устроить переворот во Владимирской области, а именно готовил захват воинской части в Коврове. Ольга Плотникова рассказала о том, что 18 апреля в 19:00 в Доме офицеров состоится концерт «Dance Non-Stop» танцевального проекта «Show Girls». К рубрике «Один день». Кирилл Николенко вспомнил, что в этот день, в 1925 году, город Царицын стал Сталинградом. А Юрий Борисов поведал о том, что 40 лет назад указом Президиума Верховного Совета РСФСР во Владимире были созданы три района – Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере.